как-то ее пели. Главное начать сначала, все, что уже было, прошло. Главное начать сначала, все, что уже было, прошло. Еще главное начать сначала, все, что уже было, прошло. Главное начать сначала, все, что уже было, прошло. Сердце зажги, еще, Отец наш небесный, зажги мое.
ходатайствует за нас. В его устах благодать, в которой мы так нуждаемся. В его устах благодать, в его устах жизнь, в его устах любовь, в которой мы так нуждаемся. Поля, да? Хлеба. То есть мы просим как бы работы. Понимаете, да? То есть ее научили так. И она пришла к нему. И она сказала: дай мне благословение. Вот это уже мудрость. Она не пришла и не сказала, дай мне поле, да? Здесь написано: дай мне благословение. Сейчас. Ты дал мне землю полуденную, но дай мне источники. Дай мне источники, вот. И дал он ей источники верхние и нижние. То есть и небесные, и земные. Она получила благословение от Отца. Вспомните теперь о самарянке Иоанн. Он говорит: воду, которую я дам, будете пить и не возжаждете вовек. Что такое земля без воды в том месте, где Израиль? Ничего, у вас может быть много работы, но если нет воды, и ни туды, и ни сюды. Мы часто просим, и вот иметь мудрость вот эту вот Божью, просить источники, чтобы эти источники открылись у вас, и чтобы они стали теми источниками, которые текут в жизнь вечную. Аминь. Именно об этом Иешуа говорил, потому что он ищет поклонников, которые поклоняются в духе и в истине. Правильно? Источник, обещанный нам, Дух Божий,
который открывает в нас источник, текущий в жизнь вечную. Об этом, о том, чтобы Дух Святой пришел к нам.